Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Marvel Snap. Так, громовержцы у нас. Не пропустите, давай-ка как-нибудь потом. Сразу, наверное, пойдем в бой и посмотрим. 16-я колода у меня. Но это, по-моему, на сбросах. Угу. Так, у разыгранных карт здесь 20% шанс быть уничтоженным. Ну, я ничего не могу сделать пока. Я смотрю, он тоже не спешит. Тот, кто имеет здесь больше карт. Блин, ну нафига мне вот Блейд сейчас выдал. Уничтожай ее. Оп, и не уничтожил. Прикинь, гаденыш. Плюс одну к энергии получает. Ну, давай сделаем так. В принципе, мы с тобой геликарьер уничтожаем, он нам забивает всю руку. Снэпаться будем, нет? Мэджик, 7-й ход. Интересно. Тюнь. Магнет-то уничтожается, да? Хорошо. Уничтожается магнета, но у меня нету ни Хеллы, как ты видишь, пока вообще никого нету. Совсем меня как-то. Если я этого поставлю, я боюсь, ребят, что мы сможем уничтожить что, Страйдера, призрачного гонщика. Вражеские карты получают плюс 2 к силе. А это затапливает эту локацию. Но если... Ну давай так сделаю. Хрен с ним. Он же может сюда Шанг-Чи поставить. По идее-то. Джубили. Вот это я, ребят, подставил сейчас в данный момент. Очень сильно подставился. Так, ну Тора мы валим. Так, подожди. Мы сделаем, наверное, вот так. Слушай, наверное, все-таки лучше вот так сделать. Мы с тобой вот на этой локации проигрываем. Я боюсь, тут фейл будет сейчас. Замечательно. Ребята, выигрываем. Блин, тут еще ход один. Что делаем? Выставляем сюда смерть? Выставляем сюда смерть. Или же все-таки... Давай я так попробую. Мне кажется, он сейчас сюда Тора влепит. Так, 14. А, 18. Все. Проиграл парень. Парнишка проиграл. Колода работает. Пока еще. Надо было снэпться, но я, ребят, что-то очканул, если честно. Не стал рисковать. И ни одного задания мы еще не выполнили. О, как. Кто-то мне написал: Рэй, это новое событие, ты можешь получить патриота. Я сижу и думаю, зачем мне патриот, если он у меня уже есть. Или здесь какой-то другой патриот. Второй какой-нибудь.
Будущее миссис Леший. Ну да, будущее миссис Леший. Ну, трындец, 8, 6 и 6. Ближайшая это Magic только здесь, ребят. Моя колода, знаешь, кому, кстати, проигрывает? Очень быстрой колоде. Если здесь только одна карта. Офигеть. Слушай, он тоже, ребята, не спешит. Колос. Интересно. Интересно. Давай испортим ему здесь все. То есть мы заблокируем эту Атлантиду. Космо? Серьезно? Ты серьезно поставил сюда космо? Так, ну что, друзья мои, на свой страх и риск. На свой страх и риск. Не знаю, кого он сейчас сбросит. Мне хотелось бы, чтобы он сбросил Геликария. Нет! Нет, парень. Ага. А как он хочет? Он... Hello, hello. Давай так попробуем. Ну и получается, нам надо ставить Хеллу здесь. Слушай, а мы вот на этой локации проигрываем твою налево. Плюс ко всему, мы не сможем уничтожить. А, все равно проиграем, ребят. Здесь на одно очко проиграли. На один балл. Ну, что ж поделаешь. Бывает и такое, друзья мои. Так, нам надо снэпнуться, кстати, еще там по заданию. Сделать снэп. Попробуем. Как-то темно, да? Как-то темно я выгляжу, блин. Я только не могу понять, почему у него уничтожитель не сразу... А, там космо был. Вот почему. Там был космо, он поставил его, да, поэтому уничтожитель не сработал. А я думаю, чё, почему он не бомбанул? Да вы издеваетесь, блин, сейчас, а? Вот тут, ребята, чистой воды издевательство. Смотри, у меня Блейд есть. Ну давай так, скинем Леди Сив. Вообще с колодой не повезло в этот раз. Леди Сив мы скидываем, блин. Но если я скину вот, вот так. А, господи, кого он сбросит мне сейчас? Сейчас прикинь, Хеллу скинет. Так, Киллмонджер. А в чем суть? В чем, друзья мои, здесь суть этого всего происходящего? Ну, на пятом ходу я могу только одного поставить. Вот этого партизана.
И заблокировать все ему карты. А потом уже поставить Хэллу, но это в конце будет. Дедлок. Последний ход. Последний ход. Попробуем так сделать. Надо, наверное, бустануться. Нет, парень. Такие штуки не работают у нас. Круто, да? Призрачного гонщика вернул, а призрачный гонщик, в свою очередь, возвращает Инфината. Было отлично сработано. Я думаю, ты со мной согласишься. Прям вот топово. Так, ну что, у нас задания выполнены. Давай забирать награды. И все. И пока все, ребят. Тут в магазине что-то у нас. Дазлер, Гамора, Доктор Октопус. 7990 рублей. Вы брякнули, что ли? Премиальная таинственная карта. Главная карта недели. У меня всего 700 очков. Я ничего не смогу сделать. Так. А что он делает? При раскрытии, если последняя разыгранная вами карта имеет способность при раскрытии, копирует ее текст. Если эта карта раскрыта и находится на локации. Странно. Так, 50 кредитов заберем. То есть, если эта карта раскрыта... Блин, подожди. Так, завоевание... Не, завоевание я не хочу, ребят. 790 золота. Что ты тут можешь за золото купить? Ничего. Коллекция. Коллекция меня сейчас вообще не интересует. Теперь вы можете настроить карту с рамками и разделами. Давайте сделаем вашу пользовательскую карту. И редактируйте. Как? Выберите всю собственную комбинацию рамки и раздела. Фольга. Но это, видимо, нужно открывать все. Потому что по-другому никак. У меня нету там ничего такого. Альбомы. Так, мне сколько? 155, в принципе. В принципе, можно было бы улучшить, но, я так понимаю, это нужно открывать все эти улучшения, я имею в виду фоны. Потому что у меня не было в данный момент вообще никаких фонов, кроме фольги. Фольгу поставил и все, и будь доволен. Фольговый мальчик я мой. Смысл слезами весь свой... Чего? Да ебарасоте, ну... Что ты мне вот втюхиваешь, блин? 8, 6. Ладно, хоть мэджик есть. Ну, третий ход, опять же. Тот, кто первым положит сюда ровно две карты, вытаскивает карту. Ну что, ставим мэджик, да?
Давай так сделаю. Первую игру, которая заполнит локацию, получит плюс 3 к максимальной энергии. Тоже неплохо. Опа. Опа-на. Друзья мои. Черт подери. Вот кого он тут скинет? Как думаешь, кого он скинет? Наверное, Magic сбросит мне. Опа, хелочку потерял. Гиганта потерял. А мы с тобой потеряли Инфината. Опулит снэп. Давай так сделаем. Смерть. А я не знаю, ребят, на что он там рассчитывает. Что он там может сделать? Такой вопрос у меня. Куда влепить-то его? Давай сюда попробуем. Потом только остается Хэлла. Ага, ага. Ага, ага, ага. Рискнем, ребят. У него хэллы нет. Я не знаю, что он сейчас может сделать. Что он сюда поставит. Какую карту. Так, Блейд. Инвизибл. Ну и до свидания, дядя. Колода твоя тебя не оправдала. А почему, ребята? А потому что он скинул Хеллу. Поэтому этот адский бык сыграл ему не на руку. Это уж точно, ребят. Просто не на руку. Это немножко глупо ставить этого быка, зная заведомо, что твои карты полетят в трын-тарарым. Но тут опять же, ребята, если бы он не скинул бы Хэллу, а потом бы ее поставил, ну ты представляешь, сколько бы она выставила бы здесь карт. Она бы заполнила здесь абсолютно все. И гиганта, и магнета, там, я не знаю, кто там у него еще там вылетал. Айсмен, как-то ты вот, как-то вот ты не вовремя, Айсмен, вылетел здесь. Опа. Че, ребятушки, поставим, наверное, сюда. Скидываем смерть. Скидываем смерть. Так, теперь, наверное, Magic. Поставим сюда Magic. Так, что там делает там? Шторм. Затопляет, да? Блин, вот этот валун вообще, ребят, не в тему. Он мешается мне. О! Прекрасно. Геликария слетает. Но хэллы-то нету все равно еще. Так, Анджела плюс кто там? Кто это, я не помню. Не вижу я, блин. Воу, воу! Что сейчас было такое? Пипец, ребята, он мне хэллу уничтожил. Это барон Морда, блин. Я не смогу призвать сюда никого, ребят. Пипец, сфейлился. Давай так сделаем. Тут сфейлил катку, ребят.
от гоблин. Так, ну что, магнета поставим, да? И мы перетянем шторм. Получается так. Проиграл, походу, чувачок-то. Прекрасно. Даже этот ход гоблин ему не помог здесь. Лошара. Что могу сказать еще, ребят? Лошара Микантера. Забираем. Блин, еще закрыто до сих пор. Так, выиграйте на локации 4 картами. Разыграйте карты стоимостью 2. Разыграйте карты стоимостью 4, стоимостью 6. И разыграйте карты с эффектом при раскрытии. Ну, у меня такие есть карты, я их, в принципе, и юзаю. Где Патриот, который, про которого мне все уши прожужжали в комментариях? Ага. Какую дашь карту последнюю? Давай нормальную карту. Ну, невыгодно мне скидывать. Так, невыгодно мне скидывать, ребята, призрачного гонщика, согласись. Это издевательство, просто самое настоящее издевательство. Карта здесь получает плюс один к силе. Так, тут теряет одну силу. Так, Леди Сиф нас покинула. Так, а Мэджик. А Мэджик, Мэджик, Мэджик. Да мне плевать. Гоблин этого поставил сюда. Слушай, ну ставить его сейчас... И мы Леди Сиф, да, вызовем? Давай. А Леди Сиф уничтожить должна, по идее. Только не Хэллу, главное, чтобы бомбанул. Остальное мне плевать. Честно. Так. Лича. Пятый ход, я никого не могу поставить, друзья. Ход гоблинов своих выкидывает. Hello, hello, говорит, да? Ну, давай так сделаем. Так, шторм. Карнейдж. Так, что получается? Я проиграл. А почему, ребят? Потому что 17, а здесь 15. Да, только лишь из-за этого. Мне надо было вот эту девочку не сюда ставить, а сюда. И тогда бы мы выиграли. Ну, я же не знал, что там вот эту вот карту он поставит. Что он будет меня травить гоблинами. Хоп, гоблинами, гоблинами. Опа. Опа-на. Одина. Это же что там у него получается, ребят?
Это что же получается-то, а? Геликарьер уничтожили. Квейк, землетрясение. А что она делает? Постоянно снижает силу остальных ваших карт на 1. Постоянно. А Квейк при раскрытии меняет местами 2 локации. Давай я так и так сделаю. Шанг-Чи есть, если что-то он будет, ребят, прокачивать. Опа-на. Так, подожди секундочку. Если мы поставим Одина, она скинет мне 2 карты, да? Скинет 2 карты. Скинет мне Инфината и Магнета. Но Хеллы-то до сих пор нету. У меня даже нету призрачного гонщика, друзья мои. Как мы будем тут сейчас выкручиваться, я хрен его знает. Видишь, как оно получилось? А вот и Хелла. Поехали. Посмотрим, что Хелла сделает. Ну и чего? Так, и кто проиграл? Он. Он проиграл. Один не помог ему. Да и мне, в принципе, он тоже не помог, друзья. Потому что он карту, ты видел, перетянул, гаденыш. Так, 100 кредитов, 10 золота, 100 опыта. Так, громовержцы, давай мне 100 кредитов моих честно заработанных. Барон Зема. При раскрытии добавляет на вашу сторону карту из колоды вашего противника с наименьшей стоимостью здесь. Такой, по-моему, себе, ребят. Так, нам нужно разыграть 2 карты стоимостью 6. И выиграть на локации с силой 20 и больше. Но чтобы с силой 20 и больше, это мне нужен инфинат, ребят, чтобы он постоянно был на локации. Только с помощью его мы можем с тобой набить 20-ку. Самый сочный, я бы не сказал. Но давай карту сюда, хорошую, хорошую карту. Геликарьер давай сюда. О, хе-хей. Шикарно. Сейчас чихну, ребят. Ну, твою ж налево. Спасибо большое. Ты смотри, что у нас тут с тобой. Так, сбрасывает по одной карте с каждого. Эй, гладиатор потерял. Так, ну что у нас тут постоянные. Так, никто не может разыграть здесь карты. Стоит 4, 5 или 6. А если я сделаю так? А что у нас? При раскрытии снижает силу ваших карт здесь на 1. Снижает силу ваших карт здесь на 1. А в чем прикол-то? Так, эффекты при раскрытии срабатывают на этой локации 2. Так, добавляет карту фрагмент Мурамасы в вашу руку.
Давай посмотрим. Карта здесь получает минус... Ага, к силе. Так, что у нас Мармаска? Когда эта карта сброшена или уничтожена, Дакин удваивает свою силу. А что, если мы сделаем вот так? Сброшена или уничтожена? Кроссбоунс. А вот, ребятушки, и Хэлла подоспела. Так, кроссбоунса, я думаю, надо бомбить. Давай так сделаем. Так, ну а мы потом тогда Хэлла поставим, ребят. Раз уж такая пляска пошла. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки. Убежал, как вшивый кот. Понимаешь? Просто поджал свои коленочки и почапал. Блин, мы с тобой разыграем сегодня или нет? Сделаем мы с тобой эти задания, в конце концов, или не сделаем? Так, и надо будет, ребят, колоду взять. Нашу старую добрую колоду. Я думаю, что все догадались, про которую я говорю. Ой, какая благодать, а, ребята. Инфината сразу скидываем. Что может быть лучше? Нет, лучше может быть, если мы бы с тобой скинули геликарьер. Это да. Так, без способностей. Значит, ребят, он будет прокачивать. Я не помню, какая карта прокачивает. Карты без способностей там получают фиг знает что. И вот он вышел, блин. Ладно, я думаю, что... Так, он мне две карты дал. Че, друзья мои, скинем? Скинем нашу смерть здесь. Блин, не смерть, блин. Давай вот так вот. Угу, у него тут тоже мэджик. Я, друзья, рискую сделать так. Ага. Пу-п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 ум. Давай, наверное, мы сделаем вот так. А потом уже Хэллу поставим. Угу. Ну тут либо Хэллу ставить нам, либо... Ну давай так. У нас сколько? Одна карта уничтожена? По-моему, одна всего, ребят. Ой, блин, лошара-то, а. Съел, как говорится. Ну, тут и оно, ребят. Так что этот парень очень даже круто, ребят, делает. Иногда делает крутые дела. Так, я не помню, ребят, по-моему, 15-я колода, да? Точно 15-я колода? Не, подожди. Не 15-я, а 9-я.
Девятая колода, я имею в виду, где у нас через Шан... Ой, Шан-Чи. Через этого. Твой старый враг. Это что такое? Что за колода, ребят? Что за фуфло? Подлог! Я серьезно говорю, да что за бредятина, ребят? Киллмонжер просто в холостую проиграл. Выигрывающий здесь игрок получает... Ну давай попробуем поменять, я не знаю, что тут даст. Так, мы можем с тобой сделать, наверное, следующим образом. Вот так вот. А потом, друзья мои, мы поставим сюда Одина. Немор. А мне кажется, что Немор для нас не проблема. Как он там работает? Если здесь это одна ваша единственная карта. Так, ваши карты всегда раскрываются последними. Их способность раскрыть активируется в последнюю очередь. Серьезно? А ну-ка давай. Ну-ка. Подожди, я не понял, с какого перепуга... А, у него уже улетает, все. Последний ход, друзья. У меня не получится сюда поставить. К сожалению, блин. Могу только так себе позволить. Позволить только так могу себе. По пятерке сверху накинем, да, получается. Он, наверное, сам не рад, что здесь поставил. Снэпнулся даже. Что же у него там такое, интересно, будет? Что он такого, ребята, здесь задумал? Ну, допустим, даже лучше сделал мне, если честно. Все, пацан. Выиграли в сухую, ребята, даже не на одной линии. Лошара, вот тыкай там пальчиком себе в очко, ё-моё. Тыкальщик несчастный. Просто, ребят, но это не та колода, про которую я, ребят, вам говорил. Вы, думаю, понимаете, о чем я говорю. Она та, но с какими-то добавлениями. Нафига мне там, например, этот страж? Я сам не понимаю, нафиг он там нужен-то? Какой от него толк? Новый сезон, громовержец. Так, это нам не надо. Обновление баланса. Это новости, короче. Немножко все равно не понимаю, зачем мне здесь страж. В этой колоде. Один, я еще понимаю. Шан-Чи, ладно, Киллмонджер пойдет. Ну нахрена страж-то нужен? Че он сделал-то? Плюс 2 к силе. А, плюс 2 к силе. Корк. Вот это, кстати, пойдет, ребята, под Киллмонджера. После третьего хода на сторону проигравшего добавляется скала. Сделаем вот так вот.
Так, Энджел. Корк один, этот стоит два. Ну, давай так сделаем. Гадёныш. После четвертого хода здесь нельзя будет разыгрывать карты. Один есть, блин, под Одина мне никого не поставить. Все, ребят, я понял. Сюда нужно Энджелу, ребята, втыкать. Сюда нужно втыкать Энджелу. Если мы поставим сюда вот так вот, потом через Одина попробуем, ребята, тут разнести. Точно, Энджела надо будет в эту колоду, ребят, добавить. Ну, это совсем, блин, не в тему, если честно. Здесь заведомо можем проиграть. Давай смотреть, что получится тут. Ать! Вот это я сейчас тупанул. Хотя, не, ребят, выигрываем. Или не выиграем? Нет, ничья. А, выигрываем все-таки. Почему-то 16 тут у нас. А, 18 у нас же тут. Слушай, сюда нужно Энджелу, ребят, втыкать. Вот что я тебе хочу сказать, что в этой колоде не хватает именно ее. Нафиг в топку этого хмыря. Уберем с тобой. Сейчас посмотрим, кого убрать. Не страшно, точнее, а броня, ребят. А, у меня есть она здесь. Она есть у меня. Тогда все гуд. Тогда, ребятушки, все гуд у нас. Так, вот эту карту я так и не понял. При раскрытии, если последняя разыгранная вами карта имеет способность при раскрытии, копирует ее текст, если эта карта раскрыта и находится на локации. То есть, я выложил, ну, предположим, ребята, выкладываю карту Хеллы, да, которая с это, потом, после нее выкладываю вот этого вот чувачка, и он копирует ее текст, то есть, он также ресает, то есть, делает то же самое, что делала Хелла. Если так, ребят, напишите в комментариях, так это или не так. Я думаю, что именно так оно должно быть. То есть, главное, чтобы была эта карта открыта, и он читает последний вот ее текст, как ты видишь. Копирует ее текст. Ну, я так понимаю, что копирует текст, это в плане того, что он использует ее способности. Надо бы это как-то проверить. Если мы предположим... Видишь, дело в том, что если мы, например, с тобой... ставим Хелл в нашу колоду, точнее вот этого вот человека, я уже не помню, как там, Абсурменмен. Если мы его ставим в ту колоду, то Хелла не может два раза использовать свое это. Она ресает абсолютно всех. Если под призрачного гонщика, то можно. Под призрачного гонщика можно. Он как раз ресанет две карты. Это хорошо, если у тебя вдруг уничтожилась Хелла. Но получается, должен вначале сработать вначале должен сработать призрачный гонщик, выложен быть, а уже сверху вот этот чувак. Вот только в этом случае, ребята, будет какой-то эффект. Плюс две к силы, угу, когда перемещает сюда. Я фиг знает, стоит ли мне сейчас броню сюда ставить. Я, наверное... Вот, ладно, пускай сюда стоит. То есть вот так это должно работать, ну, судя по всему.
Так. Красноголовый, короче, здесь. Превращается в карту Халк. Давай я так сделаю. Ну, естественно, он тоже там Джаггернаут. Выкинул мне карту. Ладно, гад. Шанг-Чи по тебе плачет, придурок. Шанг-Чи, да? Погнали. Ты сейчас серьезно? Что он сейчас сделал, ребят? А, девятка. Погнали. Ну что, ребята, и сюда ставим мы. Вот гоблина он выбрасывает. Какой довольный дурило деревянное. Какой радостный, блин. Так, а могу сделать. А могу сделать вот так. Давай, наверное, так сделаем. Так, у него тут шторм. А тут кто? Куда? Куда прыгнешь? Ауч, ауч! Друзья, проиграл. Ну, видишь, этого надо было вперед ставить. Поэтому я здесь все правильно сделал. Вот единственное, что... Бустанулся я зазря. Бустанулся я зазря. И броню я поставил, видимо, тоже зря. И Аронхард мне здесь тоже как бы, блин, ни туда, ни сюда. Железного человека, наверное, надо убирать. Наверное. До конца игры не будут раскрыты. Фигня полная, ребят. Добавляет ее в руку противника. Коллектор он мне бросает. Хорошо. Так, сколько он стоит там? Две. Это две. Давай так сделаем. Опулуп снэп. Ну да. Леди Сив. Так, Леди Сив, да? Последний ход. Ну что, он там будет, наверное, своего апокалипсиса, я так понимаю, ставить, да? Я уж не знаю, на какую локацию. Ну, я, наверное, сделаю вот так. Так, неужели у него там Хелла? Да не, у него не хватило бы энергии, ребят, на Хеллу. Дурость какая-то, если честно, ребят. Дурость. Вот здесь вот у него галимая дурость. По-другому не скажешь. 4 балла отыграл.
На что рассчитывал-то? Я даже не понимаю, на что он там мог рассчитывать? Что он хотел этим доказать? Фуфло какое-то разыграл. Так, уничтожи, разрушитель. Так, ну что, разыграйте карту стоимостью 4, разыграйте силой 20, улучшите карту. Кстати, да, улучшить карту. У нас с тобой сколько? 905 кредитов, твою ж налево. А что, вы теперь не подсвечиваетесь, что ли? Карты, которые я могу улучшить? Нет, подсвечивается. Легендарка, да? Подожди секунду. Блин, а эпическую нет? Придется соглашаться. Чё ж поделаешь. Блестящий логотип. А смысл от этих, ребята, блестящих логотипов, если мы теперь можем карты сами как хотим делать? Да? Смысл тогда от этих логотипов? Хо-хо, ультраредкая. Да я понял тебя. Так, 10 бустеров на кого там? На Vision. Еще 200 кредитов. Так, ну давай дестройера тогда еще. Чего ж тут? Разрушитель. Так, 50 кредитов плюс бустеры на шельму. На шельму. А больше я никого, наверное, не могу, да? 200. За 200, за 200. Кого тут за 200? Да, наверное, тут никого у меня больше не будет. А что он такой Саурон? Убирает способности всех постоянных карт в вашей руке и колоде. Убирает способности всех постоянных карт. То есть это нужно такую взять карту противную, да? С каким-то негативным эффектом выставляешь, и он просто-напросто исчезает. Ну вот, например, как здесь. Нет, там с постоянными, да, нужно именно. Так, во, вот здесь можно, ребят, прокачать. Фреймрейк. Ну что, еще про тикун дорожку, друзья мои, да? Конечно, мне хотелось бы все задания выполнить. Ну, что-то как-то, блин, что-то как задания не идут. Как Эбони Мо, только морщинистее. Это я такой себе этот поставил титул. А кто такой Эбони Мо? Вопрос у меня такой. Тому, кто здесь имеет больше карт. Стоит ли ставить? Погнали. И у него сразу же тоже, ребята, на сбросах, что ли, парень, будешь играть? Я ведь тебя правильно понял? Подпортим, ребята, здесь ему. После четвертого хода уничтожается здесь все карты прыгающего игрока. Если вы разыгрываете здесь карту, подтасовывают в вашу колоду. Нет, в мою колоду не надо ничего подтасовывать. А вот эту карту я, пожалуй, поставлю. Найс. Слушай, а Говард что делает, ребят? Да куда ты лезешь-то? Я хотел... Коснитесь... Понятно. Джубили. Ну, там забил. Ладно, фиг с тобой. Пускай забивает. Магнетто.
Магнета, друзья мои, у него там, оказывается, был. Я тогда сделаю вот так. А потом сюда, ребят, поставлю Одина. Да? Так вот. Уничтожить ты не смог. Вот тебе, чмо болот. Ой. А что случилось? Так, быстро перемотку обратно. Друзья, про вампира-то, ё-моё. Нифига. А что вампир делает? Сбрасывает. Эта карта получается. А, вот. Он скинул гигантуса. Я просто, ребят, не знал, что у него такой эффект. У Дракулы скинутая карта. А видишь, он хотел уничтожить. Так. Забирай свои слова обратно. Чмо болотное, здесь я. Обосрался, честно говоря. Дорадовался. И так обломали. Да, такое вот бывает, друзья. Блин. Что он там дает нам? Если вы разыграете Танос. Бесполезно. Ему наверняка дали с энергией, ребята. А мне какую-то фуфляндию подсунули, а? Я вообще не думаю, что броню стоит ставить, блин. Ладно, хрен с ним. Дятина получается, да? Седьмой ход. Наки. Если вы... добавляет в вашу руку ее копию. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет в вашу руку ее копию. А какую копию нам? Одина, блин, что ли? О, видишь, что у него, ребят? Она две, это две. Шан-Чи. Аполлет Снэп. Подожди-ка. Давай вот так вот сделаем. Ну а потом через Один, ребята, только лишь. Последний ход. Я могу только так, ребят, позволить себе поставить. Так, ему не хватило одного балла, друзья мои. Одного бальчика ему не хватило. Да. Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Сегодня повоевали, помахались. А будем закругляться, да?
Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.